Здравствуйте, и как всегда в это время по вторникам в эфире телерадиокомпания «Щелково», программа «Диалог», и я ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефонам 496, это код города, 567-1440 и 567-1450. И задавать свои вопросы моей сегодняшней гости. А в гостях у меня сегодня начальник управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Щелковскому району, городским округам Фрязино, Лосино-Петровский и закрытому образованию «Звездный городок» Марина Лазаренкова. Здравствуйте, Марина Юрьевна. Здравствуйте. Вначале хочу спросить, насколько много детей у нас в районе, которые требуют вашего внимания, ну, то есть органов опеки и попечительства? Ну, в Щелковском муниципальном районе, в нашем управлении, на учете состоят порядка 1000 детей. Детьми мы называем ребят в возрасте до 23 лет. А почему не до 18? Нет, несовершеннолетие, то есть совершеннолетие наступает 18 лет, да. Таких ребят у нас на учете состоит 825 человек. Они все воспитываются в замещающих семьях. То есть это семьи опекунов, приемных родителей и семьи усыновителей. Но кроме этого, у нас на учете состоят ребята, которые воспитываются в государственных учреждениях для детей-сирот. У нас на территории Щелковского района одно такое учреждение областного подчинения, бывшая Алмазовская школа-интернат, специальная коррекционная, а на сегодняшний день государственное казенное образовательное учреждение Московской области «Доверие». У нас на территории теперь в нашем подчинении Фрязинский дом ребенка, где воспитываются дети в возрасте от 0 до 3 лет. И у нас уникальное тоже учреждение на территории профессионального образования. Это Московский областной колледж инновационных технологий, бывшее наше учреждение профессионального образования, да, сельхозтехникум, как мы его привыкли называть, где тоже на постоянном гособеспечении находятся, обучаются ребята нашей категории. Вот как раз в возрасте уже до 23 лет могут получать профессиональное образование. То есть пока они не закончили колледж, да, да, они остаются, да, кроме в поле того, вашего внимания. Да, кроме того, у нас на учете 60 воспитанников, которые находятся на постинтернатном патронате. Это ребята, которые вернулись из государственных учреждений Московской области, другой подведомственности, не в нашем районе, вернулись на постоянное место жительства в Щелковский район, и которым мы назначаем патронатных воспитателей для сопровождения их в самостоятельной жизни, чтобы им помогали адаптироваться и научили вообще жить своей семьей. В семье, не в коллективе, а в семье, в отдельной. И 114 студентов. 114 студентов – это ребята, которые получают высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование. Из числа наших воспитанников, но тоже уже взрослые, старше 18 лет, они получают стипендию губернатора Московской области от нашего управления. Они тоже состоят у нас на учете. Поэтому вот если все-все-все собрать, то порядка 1000. Ну вот прежде чем начать отвечать на вопрос, да, вы в самом начале, вернее, своего ответа упомянули вот это уникальное учреждение, бывшую Алмазовскую коррекционную школу, да, ныне казенное, да, образовательное, общеобразовательное учреждение. Да. Ну вот я не знаю, насколько оправданно менять эти вывески вообще сейчас, да, мы очень увлекаемся этим. МБОУ, МКОУ и так далее. Но тем не менее, я вот сегодня там побывал, правда, по вашей наводке, как говорится, вот, посмотрел, ну, что это такое. Действительно уникальное. Действительно, вывеска сменилась летом прошлого года. А да? Я поясню, почему она сменилась. В сентябре дали задание облагородить, так скажем, интерьер. Ну, в чем он заключался, я думаю, мы сейчас посмотрим видеосюжет, который мы сегодня снимали с нашим оператором Игорем Поляковым. И я думаю, что тогда будет о чем поговорить. Да. Давайте посмотрим, что из себя представляет сейчас Алмазовская школа. Теперь все воспитанники бывшей Алмазовской коррекционной школы-интерната, а ныне общеобразовательного учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья, живут в 4 квартирах. 30 мальчишек в возрасте от 7 до 14 лет, которые не знают маминой заботы, узнают, что такое домашний уют. Большие комнаты разделены на 2 части – кухню-столовую и игровую. В спальнях на 4 человека где-то влезли обычные кровати, в других поставили двухъярусные. Особая гордость руководства учреждения – новые санузлы с душевыми кабинами в каждой квартире. Раньше был один туалет с умывальником в конце коридора.
Впрочем, лучше самих ребят об удобствах никто не расскажет. Кровати удобные очень. Здесь вот такие подушки нам для них дали. Покрывала вот такие красивые. А Данила на правах более старшего рассказал об удобствах на кухне. Микроволновой печью мы пользуемся. И это пиццу готовим, чай пьем. Вот тут мы руки моем. Вот тут. Ну и посуду моем. Тут у нас это всякие тряпочки пока лежат. Половник у нас. Сроки для превращения общежития в квартиру были, мягко говоря, весьма жесткие. В середине сентября областное Минобразование поставило задачу до Нового года оборудовать воспитательные группы по квартирному типу. И за эти 3,5 месяца нужно было нарисовать проект, найти исполнителя работ, купить необходимые стройматериалы и оборудование, подходящую мебель, чтобы вписывалась в размеры комнат, и, конечно, иметь на все это деньги. К счастью, Министерство образования успело выделить нам субсидии из бюджета Московской области на проведение этого ремонта. Удалось нам детей буквально на 1 месяц устроить в оздоровительные лагеря и в период зимних каникул. И уже 11 января дети пришли вот такие обустроенные группы по семейному типу, по квартирному типу. И все у нас получилось, все мы успели сделать. Да. Вот такая, может быть, даже несколько сказочная история, да, новогодняя, предновогодняя. За 3 месяца сделать колоссальный объем работ. Но в здесь... наше время это вот что, действительно смена вывески помогла или все-таки что-то вот, другое? Здесь как бы много факторов. Во-первых, постановление правительства Российской Федерации, номер 481, внесло изменения в государственное учреждение для детей-сирот. Из названия учреждений убрали слово «сирот», убрали такие названия, как «детский дом». Они теперь просто все называются «общеобразовательные учреждения Министерства образования Московской области» и дополнительное название. Вот наше учреждение называется «Доверие», где-то называется «Надежда», где-то «Луч света» и разные-разные вот такие названия. Это почему сменили вывеску, то есть исключили вот эти вот термины. А второе новшество постановления правительства о том, что все учреждения государственные должны быть оборудованы по семейному типу. Что ребята не должны больше проживать в спальнях наполняемостью по 10-15 человек, не должны больше ходить строем в столовую в огромную, где весь состав учреждения одновременно обедает, принимает пищу, не должны по расписанию посещать туалетные комнаты и так далее. То есть это ведь тоже все направлено к адаптации ребят потом в самостоятельной жизни. Ведь ни для кого не секрет, что выходя из государственных учреждений, если ребенок не попадает в семью до выпуска из этого учреждения, то ему потом очень сложно построить свою собственную жизнь. Очень сложно. Он не представляет, что такое кухня. То есть он принимает только готовую пищу всегда. Он не видит, как ее готовят. Он не знает, что надо купить продукты и потом что-то приготовить. Он не знает, что... То есть, понимаете, на всем готовом. Одежда готовая, постельное белье готовое, игрушки общие. И еще раньше ребята проживали по классам, по возрастам. А здесь группы созданы разновозрастные. То есть ребята имеют возможность общаться и первоклассники, и шестиклассники, то есть вот разного возраста. Ну, да, они друг другу помогают. Сказали, что, да. Говорят, вот мой друг вот такой-то Петя, да, а он учится на 2 класса старше. Они друг другу помогают, учатся вместе, растут, развиваются и так далее. И почему вы говорите «новогодние чудеса»? На самом деле, может быть, бы этого и не случилось, если бы не помощь в том числе и администрации Щелковского района. Безусловно, финансирование осуществляло Министерство образования Московской области и правительство. А ведь не надо забывать о том, что учреждение круглосуточного пребывания. Ребята здесь спят, живут, кушают, учатся, школу посещают. То есть для того, чтобы проведены были такие ремонтные работы, капитальные, я бы сказала, перестройка, конечно, их нужно было куда-то вывести. И администрация Щелковского района нашла возможность на месяц поселить ребят в нашем оздоровительном комплексе «Юноармеец». Ну, да, который тоже открылся, да, в прошлом, да, году. Да, который открылся в прошлом году. И снова открылся, этим очень-очень выручил, конечно, коллектив школы. Ребят. Ну, вот раз уж мы заговорили об итогах, о важных событиях прошлого года, конечно, уместно вспомнить еще, наверное, закрытие, ликвидацию, как, да, угодно можно назвать, да. Я уже буду по старой терминологии, Щелковского детского дома, да, вот как вы прокомментируете это событие, с чем это связано? Щелковский детский дом... Не смена вывески, да, а полная, да, ликвидация. Полная ликвидация.
Во исполнение поручения правительства Российской Федерации, а именно Ольги Юрьевны Голодец, во исполнение поручений губернатора Московской области. То есть вся работа органов опеки направлена на то, чтобы дети воспитывались в семье, росли и воспитывались в семье. Учреждение наше тоже было уникально, это муниципальное образовательное учреждение, которое состояло из двух отдельно стоящих зданий. Ребята проживали разного возраста, помладше в одном здании, постарше в другом здании, с земельными участками, с игровыми площадками, спортивными площадками, полностью оборудованы были здания. И когда детский дом открывался, плановая наполняемость составляла 56 человек. Постепенно количество детей уменьшалось. То есть их всех брали в семьи, да? Да, они устраивались в семьи. И в 2014 году, когда мы подводили итоги 2014 года, на конец года, мы увидели, что у нас в детском доме осталось 11 воспитанников. То есть, наверное, больше, чем сотрудников даже, да? Больше, чем, ой, вернее, меньше. Ну да, меньше, да, конечно. Сотрудников больше, детей меньше, в разы причем. И по итогам 2014 года, тоже когда мы анализ своей деятельности проводили, мы заметили, что мы только одного ребенка поместили в детский дом. Одного за весь год. Это при том, что на территории Щелковского муниципального района выявляется порядка 80-90 детей ежегодно. Детей-сирот ежегодно. И вот из этих 80-90 одного мы направили в детский дом, все остальные были устроены в семьи. Но было принято такое решение, что, конечно, приложим все усилия, все старания для того, чтобы найти ребятам замещающие семьи. Сложность составляла в том, что вот эти 11 ребят, оставшиеся, они, естественно, были уже взрослого возраста. Школьного, я бы даже сказала, подросткового возраста. Ну, и уже, потому что, наверное, малышей таких, давным-давно разобрали. Не хотят, уже, конечно, брать. Да, не то, что больших. Не хотят, но побаиваются так люди, потому что уже ребенок со сложившимся характером. В подростковом возрасте и так-то всегда проблема, в общем-то, и в семьях, как обычно, дети растут непросто, бывает всякое. А с этими ребятами тем более, поэтому как-то опасались. Но нас очень выручили сотрудники детского дома бывшего, то есть воспитатели взяли. То есть у нас одна профессиональная семья образовалась из сотрудников детского дома. Воспитатель взяла сразу четверых ребят-воспитанников к себе домой. И работает теперь. Нет, она их не усыновила, она их взяла в приемную семью на воспитание до совершеннолетия. Ребята достигают совершеннолетия и уже во взрослый уже вступают самостоятельно. Марина Юрьевна, мы с вами поговорим, конечно, еще обо всех этих нюансах, да, разные формы устройства детей, усыновления, опекунства, приемные семьи и прочее, прочее. Да, я все-таки уж давайте, раз мы подводим итоги, да, минувшего года, что такого важного, значимого у нас в районе прошло. Вот, упомянули о том, что детей надо готовить к взрослой жизни, да, это вот речь идет об Алмазовской школе, да, вот и кухня, и спальня, и сами посуду моют. И, да. Ну, только что, наверное, за продуктами не ходят в магазин, не конечно, ходят. Да, но тем не менее им приносится, готовят сами, по крайней мере, пиццу разогревают. Вот. Ну и вот, если, как говорится, подводить итог, да, то есть вот те, как вы говорите, до 23 лет можем наблюдать, да, вот уже кто не совсем можем, а обязаны, ну, да, обязаны контролировать, кто стартует во взрослую жизнь. Да. Вот как раз хотелось еще один посмотреть видеосюжет о том, как ребята, жители нашего района, ребята-сирот, получили, опять же, перед Новым годом ключи от новых квартир. Давайте посмотрим. Теперь у ребят, которые по разным причинам были лишены родительского дома, есть свой кров. В Подмосковье уже несколько лет действует губернаторская программа предоставления квартир детям-сиротам. Власти на местах, воспользовавшись субвенцией, обязаны найти подходящее жилье для ребят. Нам очень приятно участвовать в этом событии, в этом радостном событии для них. Мы знаем, что у них свои планы на свою жизнь. Мы знаем, что они уже устраивают, как они будут эту квартиру обустраивать. Но нам бы хотелось сказать вам, что смотрите, сколько в зале сидит людей. И они все желают вам добра. В этом году в Щелковском районе 19 таких ребят, оказавшись без попечения родителей, получили ключи от нового жилья. Все квартиры с муниципальной отделкой расположены в микрорайонах новостройках Богородский и Солнечная долина. Всем ребятам подарили необходимые в быту предметы и, конечно, пожелали долгих и счастливых лет, счастья и успехов в новом году и семейного тепла в новых квартирах. Пожелать вашей жизни: будьте здоровы, будьте целеустремленны,
создать вам хорошие семьи, потому что для каждого из вас, помимо нашей общей родины, это будет ваша основа, ваш тыл. Одна из девушек, которая получила как раз ключ от этой квартиры, в прошлом году уже и замуж вышла, семьей обзавелась, да, и да. квартирой в Богородском как раз, где вся инфраструктура уже имеется, я имею в виду для детей и детский садик. Ну вот вопрос такой, сейчас я пока не буду задавать вопрос, у нас есть звонок нашего зрителя, а потом вернемся к этой теме. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас, пожалуйста, спрашивайте. Здравствуйте, Марина Юрьевна, подскажите, пожалуйста, мы с мужем развелись, поделили имущество, у нас есть несовершеннолетний ребенок. Как вот куда обратиться, как определить, с кем остаться ребенку, где он будет проживать, подскажите, пожалуйста. Спасибо за вопрос, Марина Юрьевна. Вот такой практический вопрос. Да, такие бывают ситуации, к сожалению. Обратиться нужно к нам, в органы опеки. В нашем управлении существует отдел защиты неимущественных прав детей, который занимается судебными разбирательствами, судебными спорами, то есть принимает участие в судебных заседаниях. В этом отделе 4 специалиста, все они с юридическим образованием. Но обратиться вы должны вместе с бывшим мужем. И, конечно, первоначально мы пытаемся самостоятельно урегулировать этот процесс, не доводить все-таки до судебного. Потому что до тех пор, пока, это я уже из опыта знаю, до тех пор, пока люди между собой мирно не договорятся, им не поможет ни орган опеки, никакой суд. Это можно судиться бесконечно, годами, что бывает у некоторых семей, к сожалению. Поэтому, конечно, желательно, чтобы вы между собой смогли найти взаимопонимание, общий язык во благо ребенка. Но если категорично встает вопрос, то один из родителей выходит с исковым заявлением в суд, которое называется «Об определении места жительства ребенка». И уже суд рассматривает все стороны одного родителя, второго. Это и условия проживания, и денежное содержание родителя, и морально-этические его качества, образ жизни и так далее. И если ребенок достигает 10-летнего возраста, обязательно учитывается мнение ребенка. И вот уже из совокупности всех этих сведений суд принимает решение все-таки, с кем остается проживать ребенок, с папой или с мамой. Где ему будет лучше. Ну, опять же, да, в любом случае, как вы сказали, лучше до суда не доводить, и все. Конечно, потому что... Вплоть до того, что, ну, я не знаю, бывает, я просто знаю, по собственному опыту, бывают такие случаи, когда вот неделю с папой, неделю с мамой, бывает. И все довольны. И все довольны, и спокойны, да. Бывает так, что живет с мамой, по выходным общается, по праздникам с папой, тоже без всяких проблем. То есть, ну, раньше же не было такого вала судебных процессов, не было. А сегодня, к сожалению... Наши сотрудники перегружены работой, то есть у них по 15, по 20 судебных процессов в день, представляете, в день. То есть люди, это норма поведения, считают, чуть что, малейший какой-то нюанс, малейшая проблема, сразу в суд, идут в суд, не понимая того, что надо договариваться между собой. Тем более родные, близкие люди, родители одного ребенка, самые близкие для ребенка, конечно. Нужно договариваться. Спасибо за ответ. Ну, давайте вернемся к программе предоставления квартир детям-сиротам, ну, вообще те, кто остался без попечения родителей. Ну, опять же, по достижениями совершеннолетнего возраста. Да. Вот в репортаже прозвучала цифра, да, что в прошлом году 19 квартир 19. Предоставили нашим 19. Ребятам. Ну, а вообще, как давно осуществляется эта программа и сколько всего квартир получили за это время? Программа вообще существует с 2006 года. Пилотные проекты тогда у нас в 2006 году было приобретено две квартиры в районе первые. Я помню, что это был дом «Солнце» тогда на биокомбинате. Замечательный дом, новостройка, огромная площадь в квартире. И потом вот с 2006 года, начиная до сегодняшнего дня, существует такая программа субвенции. То есть денежные средства поступают в район, из субвенции Московской области, из бюджета правительства Московской области целевым направлением на приобретение жилья для детей-сирот. Но квартиры в собственности предоставляются, да? Или квартиры все-таки они остаются предоставляются, в собственности? Согласно законодательству Московской области, квартиры предоставляются по договору специализированного найма жилья с целью сохранности. То есть основная цель – сохранить это жилье за детьми.
Потому что, к сожалению, есть и недобросовестные взрослые люди, и риэлторы, и прочее, которые могут обмануть, как-то обманным путем завладеть этим жилым помещением. Поэтому только с этой целью договор специализированного найма заключается на пресловутые 5 лет. Тем самым с 18, опять же, до 23 лет мы наблюдаем за ребенком, за условиями его проживания, за содержанием этого жилья. Слава Богу, на сегодняшний день в Щелковском районе приобретено 73 отдельных жилых помещения, практически все в домах новостроек, и ни одна из них не продана. То есть вот все сохранны до сегодняшнего дня. Ну а если у них есть юридическая защита, как это сказали? Последний год. Последний только год. Раньше не было. А раньше не было. И все равно мы пытались сохранить. Но у нас, нужно сказать, люди, наверное, порядочные, добросовестные, как-то, не было такого, чтобы кто-то хотел обмануть ребят. Не было. Ладно, это вот уже мы их уже выпустили, как говорится, во взрослую жизнь. Но давайте вернемся еще к тем, кому требуется действительно родительская забота, родительская опека, если не родных родителей, то приемных или просто опекунов. Давайте поговорим об этих формах, как говорится, помощи устройство. Детям. Устройство в семью. Понятно, что, наверное, самое известное, не самое распространенное, это усыновление, да. Но самое серьезное. Давайте их как-нибудь так разграничим. Что чаще встречается? Существует, что сложнее формы, сделать? И так далее. Вообще, какие формы существуют? Существует три формы устройства детей в семью. Основная форма, главная наша задача, это, конечно, усыновление. Усыновление – это такая форма устройства, когда ребенок приобретает права кровных детей. То есть ребенок становится наследником родителей. Ребенок вписывается в паспорта обоих родителей. У ребенка в свидетельстве о рождении отцом записан усыновитель, матерью записана усыновительница. Изменяется актовая запись о рождении ребенка, вносятся изменения. То есть юридически приобретает ребенок права кровного ребенка. А вот отец и мать при этом в браке должны состоять или нет? Обязательно. В официальном, обязательно, да. Должны состоять в официальном браке, обязательно. И усыновление – это такая форма устройства ребенка, которая через суд проходит. Только в судебном порядке можно усыновить ребенка. Судебным решением. Дальше судебное решение направляется в органы ЗАГСа, где происходит регистрация. Получают люди свидетельство об усыновлении. Новое свидетельство о рождении выписывается, потому что ребенку, как правило, меняют фамилию, имя, отчество, место рождения, дату рождения. То есть совершенно новый документ получается. Таких ребят у нас в районе на учете стоят 234 человека. О них никто не знает, к сожалению. Я почему говорю «к сожалению»? Потому что настолько благополучные семьи, настолько счастливые дети, хотелось бы этим поделиться. Но тут конфиденциальность, тайна усыновления, естественно, сохраняется. Но это я к тому, что есть граждане, которые побаиваются. Может быть, и хотели, но опасаются принять ребенка чужого на воспитание в свою семью, боятся генетических каких-то там последствий и прочего. Вот я хочу сказать, что вот эти 234 замечательных ребенка, замечательной семьи, но мы не можем про них рассказать, показать их и так далее. А оставшиеся ребята, порядка 600 детей у нас воспитываются в семьях опекунов и приемных родителей. Опека – это такая форма устройства, которая используется при передаче ребенка на воспитание в семью родственников. Это если ребенок осиротел, либо остался без попечения родителей, и, как правило, бабушки, тети, дяди, близкие родственники, двоюродные сестры и так далее, старшие сестры, братья, могут взять ребенка своего родственника на воспитание в свою семью и получать помощь государства, естественно, поддержку финансовую на этого ребенка. А приемная семья – это такая форма устройства, когда совершенно посторонние люди принимают постороннего ребенка на воспитание в семью, но, например, не готовы его усыновить, или ребенок уже достаточно взрослый, который понимает, что это не родные его родители, помнит свои кровные связи семейные. И такая форма устройства называется приемная семья. Как правило, в приемную семью ребят берут из государственных учреждений. Марина Юрьевна, у нас есть еще один звонок. Давайте послушаем вопрос, и после этого уйдем на небольшой перерыв. Добрый вечер, здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас. Да-да, говорите, пожалуйста.
Мы вас слушаем. Ну, к сожалению, звонок у нас сорвался, но тем не менее, значит, у нас есть повод пока временно сделать небольшой перерыв. Мы более подробно поговорим как раз о этих формах, вот, о которых вы упомянули, о трех формах установки опеки над ребенком, о том, как это сделать, кто достоин, кто недостоин, ну и так далее. Тема очень интересная, я прошу всех зрителей оставаться с нами, мы вернемся в эту студию буквально через несколько минут. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня начальник управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Щелковскому району, городским округам Фрязино, Лосино-Петровский, закрытому территориальному образованию «Звездный городок» Марина Лазаренкова. Еще раз добрый вечер, Марина Юрьевна. Напоминаю, телефоны прямого эфира, телефоны нашей студии 496, код города, 567-1440, 567-1450. Звоните и задавайте вопросы моей сегодняшней гости. Ну а мы продолжим наш разговор. Вот в конце первой половины программы, Марина Юрьевна, вы назвали основные формы, так скажем, устройство детей в семье. Это, естественно, самое главное, самое важное, самое известное — усыновление. Затем это опекунство и приемные семьи, наконец. Угу. Ну, давайте начнем с самого главного, все-таки с усыновления. Вы, опять же, назвали цифру, да, что у нас вот 234 человека таких счастливых, маленьких появились. Ну, вот интересно, упомянули, да, что он меняет имя, фамилию, отчество. Конечно. Ну, фамилия, отчество, понятно, а вот имя... А если вот ребенок уже знает свое имя, тоже можно менять? Или можно, речь идет о совсем маленьких? Можно. Но чаще всего, конечно, меняют совсем маленькие дети. Ведь бывают, к сожалению, отказываются и в родильных домах от детей. Тогда мы даем имя ребенку. А родители уже потом по-своему его называют и меняют имя. Ребенок не знает, то есть не успевает привыкнуть к своему имени. У нас есть, вот мне режиссер подсказывает, сразу два звонка. Давайте попробуем принять первый из них. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте. И тишина. Продолжим наш разговор об усыновлении. Вот интересно. Чаще всего усыновляют, конечно, маленьких детей, это понятно. Да. А вот... Можно такой составить некий средний портрет потенциального усыновителя, ну, усыновителей, наверное, да, все-таки чаще всего это муж и жена, бездетные или не бездетные. Ну, вот их социальное положение, возраст, опять же, наличие детей. Вот в среднем есть какие-то данные? Ну, данные есть, но они меняются с годами. То есть вот несколько лет назад усыновителем являлись люди, которые не могут иметь собственных детей, как правило. То есть обращались в органы опеки люди, у которых нет своих детей. Люди молодого возраста. Но поскольку, как вы уже сказали, усыновляют, как правило, маленьких ребят, то, естественно, обращаются люди, ну, наверное, до 40 лет, вот так я бы сказала, до 40 лет, семейные пары, хотя законодательством предполагается усыновление одинокими гражданами, одинокими женщинами, как правило. Одинокий мужчина, у нас был единственный случай, когда усыновил ребенка одинокий мужчина. А так обычно, конечно, семейные пары. А вот с годами, я сказала, вот к сегодняшнему моменту, портрет усыновителя очень изменился. То есть это бывают совсем молодые люди, это бывают люди, которые имеют собственных детей, которые просто неравнодушны, которые просто не могут пройти мимо. Вот прямо приходят и говорят, даже не то, что хотим взять маленького здорового ребеночка, а приходят и говорят: Марина Юрьевна, мы хотим взять ребенка с ограниченными возможностями здоровья, которого никто не возьмет. Чтобы помочь ему. Да, которого никто не возьмет. Этих-то ребят заберут, усыновят, устроят. А мы хотим такого, которого никто не берет. Вот есть такие люди, есть. Ну вот мы сегодня тоже пытались составить такой некий портрет, блиц-портрет в процессе блиц-опроса, портрет возможного усыновителя. Вышли на улицу у нас в центре города и спросили, вот, готовы ли вы установить ребенка, может быть, не сейчас, потом, и при каких условиях, допустим, государство будет помогать. Ну и вот давайте послушаем и посмотрим, что нам отвечали.
трое детей у меня, старшие 5 и двойняшки. То есть как бы сейчас 2 года, я даже не знаю просто-напросто. Я одна воспитываю, наверное, я бы не взяла. Наверное, бы взяла бы, но не сейчас, потому что свой еще маленький, поэтому попозже, может быть, да. Была бы возможность, конечно. То есть детям таким нужно давать любовь и ласку, как бы, потому что это очень хочется, очень жалко их на самом деле. Я бы взяла, но я боюсь, нам никто не даст. Муж официально не работает, я официально не работаю. А то, что мы нормально живем, как бы это надо все равно подтвердить. У меня есть свой ребенок, в первую очередь. Если бы не было возможности завести своего ребенка, конечно, да. Ну нет, наверное, сейчас нет, уже слишком же возраст не подходит. Не, взять не взял бы, в любом случае. Если бы не было, может быть, взяли бы. Если бы я не смогла больше, наверное, завести детей, туда бы взяла. То есть, если бы я не смогла. А так, наверное, пока по финансовому состоянию еще какому-то нет, не готова. Думаю, да. Но как-то не особо об этом задумывалась просто. Поздно просто у нас появился ребенок, и я думала об этом, да, вот пока у меня не было своего, что взять на усыновление. Когда свой появился, уже появились, да, другие заботы просто, да. Ну, я считаю, что это правильно. Ну, мы вернемся к разговору о возможных усыновителях. У нас просто звонок зрителя вроде бы дозвонился. Давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Слушаем вас. Да-да, говорите. Значит, Марина Юрьевна, вы говорили про такие формы устройства ребенка, как приемная семья, опека, усыновление. Ну, с этим вот чуть более-менее вот мне, например, ясно. А вот я слышала про такую форму, как патронат или вот постинтернат, я вот не могу точно вам сказать. Вот это что такое? Вот расскажите, пожалуйста. Спасибо за вопрос, Марина Юрьевна. Переходим. Готовы? Ну, да. Переходим, да, вернемся на потом. Постинтернатный патронат. Существует такая форма, постинтернатный патронат. Эта форма относится к сопровождению ребят в возрасте от 18 до 23 лет. Эта форма, как правило, устанавливается такое сопровождение выпускникам государственных учреждений, которые вернулись на постоянное место жительства в Щелковский район. И для того, чтобы помогать им в самостоятельной жизни, таким детям назначается постинтернатный патронатный воспитатель. Обязанность этого воспитателя не проживать с ребенком совместно, то есть он проживает по своему месту жительства, выпускник проживает отдельно, но этот человек сопровождает его по жизни, помогает ему во всем. То есть ведь ребята даже не понимают, что нужно платить за квартиру, вот коммунальную плату. Не понимают, куда обратиться в поликлинику, если как бы заболел. Да? Потому что их обслуживали, они были на полном государственном обеспечении. Это вот как раз то, о чем мы говорили, да, готовиться к взрослой жизни нужно. Да. Мал, и вот такой патронатный воспитатель, вот сейчас практически у всех ребят, вот 19 человек, которые получили жилье у нас в декабре 2015 года, мы им всем назначили патронатных воспитателей. Они им помогают обустроить это жилье, обставить мебелью, советуют и так далее. Такая форма сопровождения, ребят, предполагает, что патронатный воспитатель может иметь до 5 воспитанников. Это возмездная форма сопровождения, то есть патронатный воспитатель получает 5000 в месяц за каждого ребенка данной категории. И таким образом вот осуществляет свою помощь. Еще один вопрос есть, он поступил нам по телефону. Вопрос такой, сколько детей можно взять в приемную семью на воспитание и будет ли она в итоге обеспечена жильем? Угу. Интересный вопрос. Вот я не знаю, здесь меркантильность вообще заиграла или нет. Я думаю, нет. Знаете почему? Потому что у нас существует в районе несколько профессиональных приемных семей. Это семьи, которые принимают ребят на воспитание в большом количестве. А согласно законодательству, проживать в приемной семье могут не более 8 детей. Не более 8 детей. Несовершеннолетних до 18 лет. Не более 8 детей. Есть люди, которые приняли сначала одного ребенка, потом второго, потом третьего. Потом у нас случилась такая ситуация, вот даже с закрытием детского дома, когда мы его ликвидировали, всех ребят разобрали, двое осталось ребят, позвонили в нашу приемную семью, в обычную, и сказали, что вот такая ситуация, вот всех ребят взяли, а вот двое осталось. Может быть, вы возьмете? Они говорят, да, конечно, возьмем. Конечно, возьмем. И бывают такие
ситуации, когда людям просто, ну, стесненные жилищные условия, они бы, может быть, взяли и до 8 детей. Ну, просто вы представляете, это же спальные места для каждого, да? Уроки нужно будет учить, нужно будет шкаф для одежды каждому ребенку. Ну, то есть место. У нас, я вот сейчас постараюсь вспомнить, наверное, в 7-м году, наверное, в 7-м году еще где-то, да? В 6-м, в 7-м. Был такой случай, когда глава города Щелково, тогда была Татьяна Борисовна Ершова, из муниципального фонда предоставила отдельное жилое помещение, трехкомнатную квартиру муниципальную, многодетной приемной семье. А сколько детей там было? У них четверо детей, один из которых инвалид. Ребенок тяжелый. И все приемные? Тяжелые, да. Да. И эти ребята проживают в Щелково 7. У нас получили квартиру трехкомнатную. Вот такой был случай единственный. А вообще, конечно, жилищные условия являются таким обязательным аспектом для приема ребенка в семью. То есть условия должны быть для проживания. К сожалению, есть граждане, которые хотели бы, но нет жилищных условий, негде проживать. Ну, давайте вернемся к теме усыновления и в том числе то, что нам отвечали сегодня жители нашего города, что вот может быть, но вот но пока нет, так скажем. Хотя понимаю, что это все и нужно, и правильно. Вообще сложно усыновить ребенка, да? Вот вы уже сказали, что только через суд это делается. Но да, какие документы нужно собрать? Какие условия предъявляются для потенциальных усыновителей? Какую-то, наверное, подготовку должен пройти. Да. Вообще, сколько вот по времени это занимает? Даже если уже есть вот непосредственно ребеночек, которого хотели бы взять. Хотели бы взять. Ну вот смотрите, согласно законодательству существует три основных аспекта, три основных направления. То есть если один из них отсутствует, то усыновление исключается. То есть когда приходят к нам граждане на первичную консультацию, мы сразу оговариваем эти условия. Первое условие – это отсутствие судимости за преступление против жизни и здоровья граждан. Второе условие – это отсутствие определенных заболеваний, как то наркомания, туберкулез, ВИЧ-инфекция, психические расстройства у граждан, онкология. И третье условие – это обязательно прохождение школы приемных родителей, школы замещающих семей, подготовки такой, профессиональной подготовки для приема ребенка в семью. Ведь бывает очень часто, что человек обращается в порыве в каком-то, понимаете? Бывают, к сожалению, случаи потери родных кровных детей. И человек в первые месяцы вот этой вот трагедии прибегает и прям вот с таким желанием взять ребенка. А потом оказывается, что... Не готов. Не готов, и его это не спасает. Страдает приемный ребенок, то есть он его вроде бы как хочет взять, ребенок надежду проявляет, а человек вынужден отказаться, понимает, что не готов, не может справиться. Бывают случаи, когда люди приходят с желанием взять маленького ребенка, а в процессе подготовки, в процессе обучения вот в этой школе замещающих семей приемных родителей, понимают, что они не готовы к маленькому, что им нужен ребенок постарше все-таки. Ну, да, или наоборот. Уже не хочется с пеленками возиться, да, как раньше. Или наоборот. Говорили. Хотят взять взрослого, а в школе понимают, что у взрослых детей уже определенные проблемы, определенный жизненный опыт. И, наверное, все-таки им лучше взять малыша совсем маленького. Будет проще как бы. Разные ситуации бывают. Но если вот это вот все соблюдается, то человек прошел школу, не изменил своего решения, если у него отсутствует судимость, отсутствует заболевание, все остальное, как правило, преодолимо. Хотя вот тут женщина одна говорила сегодня, что я не работаю, и муж не работает, нам, наверное, никто не даст. Ну, естественно. Ну да, да. То есть еще и нужно какие-то У меня возникает вопрос, как вы себя обеспечиваете, как же вы еще ребенка будете обеспечивать. То есть это естественно. То есть заработная плата. Конечно, допускается, когда семейная пара работает один из супругов. Такое возможно. Мама занимается с воспитанием ребенка, это нормально совершенно. Но когда оба не работают, то уж конечно. Ну вот еще такой, может быть, не очень, да, приятный, может быть, вопрос. Бывает, часто ли бывают случаи отказа от детей, когда вот уже вроде все готов взять? Ну, понятно, что после юридической процедуры усыновления это уже нельзя сделать. Но вот та же форма опекунства, да, если родственники хотят
помогать, потом отказываются, или приемные те же семьи взяли ребенка, потом отказались. Вот часто такое происходит? Такое происходит редко, но, к сожалению, происходит. После усыновления практически не происходит. А вот, как вы правильно сказали, с приемной семьи из опеки бывают такие случаи, они очень редко. Если один раз или два раза в год такое происходит, то для нас это, конечно, трагедия. На самом деле для нас, я имею в виду для ребенка в первую очередь, а органы опеки, естественно, вся наша цель, задача и вообще смысл нашей работы – это защита детей. Поэтому, конечно, это большая трагедия. Но бывают такие случаи, бывают. Бывают, и особенно мне непонятно, и очень тяжело каждый раз, то есть мы пытаемся и убеждать, и работать, и подключаем психологическое сопровождение, вот эту службу к опекунам, когда родные бабушки отказываются от своих внуков. Я не могу этого понять, я не могу этого принять. Но понятно, что при отсутствии когда, родителей, да, естественно. Когда, да, при отсутствии родителей. Mm-hmm. Когда ребенок маленький, когда ребенок в начальной школе, понятно, что проблем меньше. Когда он подросткового достигает возраста, понятно, что проблем больше. Но это в любой семье, у любого ребенка. И когда при малейших там, каких-то непослушаниях или там, каких-то проблемах начинают отказываться, это ужасно, вот я считаю, ужасно. Ну, такое бывает. Редко, но бывает, к сожалению. Ну, давайте уже не будем о грустном говорить. Да. Вот мы говорили о тех хороших событиях, которые прошли в прошлом году. Сейчас предлагаю поговорить о том, что предстоит в этом году по линии вашего управления и, соответственно, всех взаимодействующих организаций. Давайте посмотрим еще один видеосюжет, и будет еще один вопрос. Легкое движение руки, взмах кисти и самая обычная стена расцветает яркими красками. Свой вклад в дизайн Щелковского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья решили внести художники и волонтеры. В учреждениях такого плана важным становится не только техническое оснащение, но и сама атмосфера. Ведь здесь будут проходить реабилитацию особенные детки. Поэтому центр решили превратить в своеобразный сказочный мир. Это деревья в стиле лоскутной техники. Это вообще близко мне даже с творческой точки зрения, потому что, ну, это приятно, красиво, это имеет какие-то традиционные корни. И в то же время в этом есть доля абстракции, то есть каждый человек может увидеть тут какие-то собственные ассоциации. Сейчас Щелковское отделение реабилитационного центра, расположенное в Медвежках, постепенно готовится к приему маленьких пациентов. Здесь будут проходить лечение детки с различными заболеваниями, например, опорно-двигательного аппарата и дыхательных путей. В новом учреждении подход к работе с пациентами будет особенным. Получать необходимую помощь стационарно здесь могут не только дети, но и мамы. Мамы должны быть компетентны, мамы должны не чувствовать себя одиноко в этих условиях, они должны знать, как продолжать курс реабилитации. Чем раньше ребенка приведут в наш реабилитационный центр, тем появляется у него шанс быстрее выйти из проблем. Сейчас в помещениях устанавливают необходимую технику, оборудование для сенсорной, соляной комнат, массажные кресла и многое другое. Вопрос по этому видеосюжету. Был у нас еще один звонок, пока шел репортаж. Поэтому я сам, естественно, спрошу вопрос нашего зрителя. Есть ли в Щелковском районе учреждения, которые берут детей-сирот на полный пансион? Что имеется в виду полный пансион? Ну, я так полагаю, что, наверное, полное проживание. Да, как мы полное говорим. Государственное обеспечение? Да. Ну, видимо, то, что раньше называлось детскими домами. Ну вот у нас осталось только областное учреждение доверия, где воспитываются мальчики, только мальчики в возрасте от 7 до 14 лет с ограниченными возможностями здоровья. Но у нас еще в районе существует уникальное учреждение профессионального образования, вот про которое я немножко упомянула, Московский областной колледж инновационных технологий, бывший сельскохозяйственный колледж, да, в Медвежьих озерах в Долгом Ледове, который на сегодняшний момент объединяет 8 профессиональных учреждений, 8 учреждений, такой комплекс создан, 8 образовательных площадок входят в состав Щелковского колледжа. Возглавляет этот колледж, тоже уникальный совершенно, у нас вообще в районе очень много уникальных действительно людей. Владимир Иванович Нерсесян уже много-много лет работает директором этого колледжа. Почему уникальный? Потому что на площадке этого колледжа на базе проходят мероприятия регионального, федерального и международного масштаба.
То есть наши ребята, учащиеся колледжа, принимают участие в различных соревнованиях, WorldSkills, вот такие сейчас профессиональные конкурсы проходят, и занимают призовые места. В этом колледже обучается порядка 60 детей-сирот. Детей-сирот и лиц из их числа до 23 лет в возрасте. Они находятся на полном государственном обеспечении. То есть колледж располагает общежитием для проживания таких детей. Колледж выплачивает ребятам стипендию, плюс социальную стипендию, плюс мы выплачиваем стипендию губернатора Московской области по линии управления опеки. Ребята находятся на полном государственном обеспечении в том смысле, что обеспечиваются одеждой, обувью, проживают в общежитии, питанием обеспечиваются и всеми школьными принадлежностями, необходимыми для учебы. Ребята нашей категории имеют право на получение двух профессиональных образований бесплатно в Московской области. Это какие именно? Любые. Профессии? Любые профессии, любые. Какие выберут? Если среднее профессиональное образование, то два образования бесплатно они могут получить. Любые, по выбору их, по как им понравится. А если высшее профессиональное образование, то одно. Ну, это по закону. Одно. Второе, высшее всегда платно, считается. Для всех, для нас. Марина Юрьевна, к сожалению, я вот тоже нет времени. У нас программа подошла к концу. Вопрос я не успеваю задать, но я только, может быть, немножко прокомментирую. Да, вот мы посмотрели сюжет о том реабилитационном центре, который готовится к открытию в самое ближайшее время в Новом Городке. Сельское поселение Медвежье Озерское. И вот мы видели, как там работают художники, волонтеры. Да. Я понимаю, что большую помощь вам, конечно, оказывают те люди, которые вот не по долгу службы, как говорится. Я знаю, что вы взаимодействуете и с Центром социальной защиты населения, и с уполномоченным по правам ребенка, конечно, правам человека безусловно. В нашем районе. Естественно, с инспекцией по делам несовершеннолетних, конечно. Но, наверное, вот... Тот, кто работает по зову сердца, тот, наверное, еще лучше работает или нет? Вот такой прям блиц-ответ. Ну, я не могу сказать, что еще лучше. Все хорошо работают, все люди неравнодушны. У нас на самом деле уникальный район и уникальные люди работают, честное слово. А взаимодействуем с волонтерами мы очень тесно. Они посещают все мероприятия наши, они приглашают нас, опекаемых детей, на мероприятия районные. Общество Красного Креста вы еще не назвали. Замечательно. Вот буквально сегодня перед тем, как... На эфир мы чуть не опоздали, потому что получали помощь от Красного Креста наши ребята, и мы в том числе помогали им. Спасибо, Марина Юрьевна, за ответ на вопросы. Вот жалко, времени совсем нет. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Пожалуйста. Еще раз спасибо. Хочется пожелать вам успеха в вашей самой, наверное, добродетельной работе. Спасибо. Это была программа «Диалог», и я ее ведущий Сергей Дадык. Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо.